Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживайся поудобнее, потому что у нас сегодня выходит очередной раз пельмень, которого вы, наверное, не посмотрите, который, возможно, вам надоел, я не знаю, если нет, то поддержите лайком, там, возможно, даже подпишитесь, вот, я знаю, я вас запарил обещаниями по поводу того, что, воу, будет дохера видосов и так далее, но единственное, что могу сказать... Смотреть будет немножко интереснее, потому что аккаунт перестанет стоять на месте, потому что у меня появился человечек, за что ему огромнейшее спасибо, который просто, ну, не то чтобы бустит этот аккаунт, но, по крайней мере, фармит его, помогает мне, потому что у меня времени реально не хватает, и, как бы, ну, будет какая-то жизнь, так что огромнейшее спасибо этому человечку, не знаю, могу я, ну, короче, или Варочке, спасибо. Те, кто знают, все знают, те, кто не знают и не знают, окей, понятно, это у нас аккаунт с нуля, развивается. Да, его вот с нуля без доната, так что вот смотрим, да, вот впиливаемся, пельмешки там накладываем покушать, чаечек наливаем, и все у нас будет хорошо, у нас за спецназ, все вы это прекрасно понимаете. Ну и как обычно приглашаю вас сегодня на стрим по GTA 5 RP, я купил там машину мечты, ёпта, я буду кататься, не знаю, может гонки, тулёшки, окей, ребятушки, что у нас получается, что мы с вами делаем? Я не знаю, мне, короче, прислали там огромнейший список вообще, что мне надо делать, прикинь, не дружу. Так, вот то, все, туда-сюда прокачу. Короче, давай начнем с того, что нам надо открыть ништяки. Нам надо открыть ништяки, которых у нас накопилось, кстати, ну, уже что-то. Как бы, ну, эти карты как бы ни о чем. А вообще, стой, смотри. У нас, знаешь, что есть? У нас есть парящий остров. Сюда заходим, и у нас 190 пыли. А? Как тебе такое вот? И давай сейчас посмотрим, может, кого соберем, смотри. Ну, как бы... Слушай, а секач нормально? По 5 осколков падает. Вон, на бездонатном аккаунте секача поймать. Было бы классно. Надо еще посмотреть, сколько у меня осколков этого динамо. Уже динамо падает. Да, какие-то сундучки падают, но как бы добро недолго музыка играла, дамы и господа. Подожди, окей, давай. Вот это откроем. Вот, хорошо. Вот это откроем. Сегодня, я думаю, надо кого-то прокачать. Причем срочно. Вот, да, что-то как-то. Вот не знаю, Феникса надо прокачать. Я думаю, командору будем просто вышатывать здание Ронина там какого-нибудь. Вот, чтобы по полной программе вообще топов просто шатать. Так, здесь у нас осколки. У нас, ну, у нас есть ресурсики, у нас появляются ресурсики. Так, это мы забираем. Что у нас тут? Окей. Это мы забираем. Что у нас тут? Окей. Это мы забираем. Что у нас тут? Ну, давай, удиви меня. Ну, как бы, вот же, слушай, некроса. Некроса сейчас соберем, рудимент ему прокачаем. Ну, точнее, используем рудимент. Ох ты, бошечки, скиталец. Ага, ясно. Тут что? Окей, понятно. Ну, удачный сундук, конечно, такое, но тем не менее. И мастер рун. Нет, свалим. Кстати, у меня появились новые герои, как я понимаю. Ну, точнее, один герой. А, жрица воды, ее надо использовать. А, смотри, темный колдун появился, да? А жрица воды у нас даже грубо говоря, походу и не открыта. А, из эпиков у нас, по сути, только... из эпиков у нас, по сути, только вот этот вот говноед. Но это ничего. У нас, смотри, жрица воды. Да, иди сюда. Ну, можно сразу открыть, чтобы была. Дальше темный колдун новенький. Еще какие-то остальные герои, возможно, тоже новенькие. А, ёпта, я ж не забрал. Я ж не забрал невероятнейшие награды с этого. С парящего острова. И что ж там тут падает? Ну, как бы... Не, ну, коробки, да, на бездонатном-то аккаунте. Здесь для рудиментов херобора. Ну, и могло бы, знаешь, да, да. Да, окей. Ну, смотри, королевы мумии уже 20 осколков, потрошителю 23, 73 секача, это неплохо, 170 безумного ученого, смотрите-ка, жрица воды 15, мадам Бо 61, спарки 164, динамо 43,
Так, ну, как бы... Ну, вот так вот у нас дела обстоят. Ну, а сейчас, сейчас давай мы немножко долбанем все-таки питомцев. Что-то у нас там с ними непонятно, судя по всему, ситуация. Вы только... Вот это здание. Заходим. Так, и... Ага, здесь мы сразу можем улучшить навык. Вот так вот. И сразу силушка, бац. Богатырская. Смотри, сколько тут везде, везде навыки можно улучшать. Хотя, наверное, мне не стоит. Не стоит мне тратить золотые слизи. Так, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Опа. Ну, это вот это вот чисто тупо для силы. Ладно. Ну и что, все? Феникс. Феникс, кстати, хорошо. Правда, что он... Что он делает у этого? У Купидона. Дальше. Надо будет какие-то потом заняться, хоть питомцев как-то расставить грамотнее. Так, ну, слушай, уже хоть что-то. Уже хоть что-то, друзья. Уже более-менее неплохо. Так, давай, улучшить навык предмета. Летим дальше. Есть, используем. Замечательно. Так, все. Все, друзья. Дальше. Угу. Дальше. Так, заходим сюда. Что у нас тут получается? У нас тут получается... Ну, как бы у нас тут вот эта вот дура появилась, да? У нас тут эта дура появилась. Ее, наверное, будем в следующем видосе прокачивать. А сейчас я вообще хотел бы Феникса прокачать. И, наверное, все-таки стоит. Давай его эволюционируем. Посмотрим, я вообще не помню, что у меня там по ресурсам, что мне хватит, что мне не хватит. Так, эволюция. Так, перейти. Ну, этим мы заниматься будем потом. 4000 книг, елки-палки. Так, сейчас, силушка. Ну, у нас уже по-любому сегодня 150 тысяч будет. Так. О, золото закончилось, но, подожди, а просвет я ему сотый прокачал, да, кстати, я просвет ему сотый прокачал, где-то у меня тут командора была, блядь, она первого уровня, надо ей тоже, ой, не сюда, вот, давай вот так, опа, хотя, в принципе-то, ну ладно, и как бы можем ей уже начать тратить на просветики, да, для битвы гильдии пригодится, потому что дальниками что-то ходить такое себе. А, так, с фенечкой, золотишко, что у нас там золотишко, смотрите, сколько у меня самоцветов. 2500. О, 10 тысяч самов, ребят, живем. Мы просто богачи. Так, золото есть, это хорошо. Ну и все. Так, смотри-ка, у нас тут и мана появилась. А, точнее, она как бы и была. Смотри, опа, усовершенствовали, да? Дальше. Добавить опыт. Давай, иди сюда. Ай, блин, да слушай, золотых-то книг у меня немного. Я вот разгулялся, у меня уже, знаешь, такие там мысли. Прокачаю того, прокачаю этого. Но по факту-то... По факту... У меня не так много этих-то и ресурсов. Эволюционировать, да. Улучшить, добавить опыт. Есть. Еще, у нас уже, грубо говоря, он второй эволюции, друзья. А? Как вам так... А, вот же тут можно все это делать. Как вам такое, да, Илоны Маски, а? Так, и... Какие книжки? Ну, золотые, давай, погнали уже. Золотые, что... Что ж тут поделаешь? Так, используем. Хотя можем... А, этих даже книг не хватит. Ну ладно. Все, 200 уровень, дамы и господа. Теперь улучшаем навык. И что мы ему кидаем? Что мы? Вот от этого избавляемся и все. Просто двадцатку кидаем. Блин, 187 слизи только осталось. А, ремку. Что там я хотел, чтобы у него была? Ремка плюс... Блять, ему 9-й аж... Блин, вот что-то я с талантом, я забыл, что я хотел. Но эмблемами у меня... Ай, с реанимацией, ёпта, все грустно.
Ну да, его там хер он где включится. Слушай, ну давай, у нас есть такая возможность, давай ему восьмерку сделаем. А, ну даже при желании девятку-то и не получилось бы сделать. Сразу ему рудиментики. Вот так вот. И все, повторка нужна, да? Так, тут что у нас с этими рудиментами? Мы... А, подожди, нет, здесь не, здесь, здесь не собрано. Здесь тоже. Тут у нас тоже все грустно. Да, то есть 14 осколков. Ну, то есть второго... бля, прикиньте, у меня вон оно что. Я как так выражая прокачивал, что он у меня даже без судьбы-то. Ёлки-палки. Что за ужас? А судьбу ему тут сейчас, ух, как прокачают. А, ё, даже вот этого добра нету. Ладно, золото открываем. Слушай, да, ресурсы, конечно, поют романсы в некотором плане. Ну, хорошо, хоть золото есть. 7000, давай. Так, тут повторки у нас нету, но у нас есть эти камушки. Улучшаем, и все, у нас плюс левел. И, может быть, за счет этого он будет лучше стоять. А дальше, что мы еще ему? Рудименты. Повторок, да, повторок нету. Дальше, надо проверить у всех рудименты. О, тут я вообще как бы... Это вот реликвии не качал. Повторок нету, ясно. Дальше. Фрея. Да, смотрите, ну у меня все типа... Все грустно. И есть повторка Фрея, кстати. А, как вам такое? Все замечательно. Идем дальше. Анубис. А я про эту херню вообще, про эту херобору забыл, если честно. Блин, удивительно, но Анубиса нету. Я думал, повторка-то Анубис по-любому будет. Зато у тыквы, конечно же, все прокачано. И мы ее даже можем прокачать, так прокачать. Давай, давай, давай. Воу-воу-воу. Так, повторок нету. Но можем тут ей что-нибудь... Давай за 500 самоцветов ударим. Жизнь, крит-удар. Ну, такое себе, ну ладно. Пока дергаться не будем. Фрэнки тоже по нулям вообще, у него все очень грустно. Повторка даже есть одна, замечательно. Есть, смотри, отлично. А, ну и что, и теперь возвращаемся к Фениксу, друзья. У Феникса мы тут как могли прокачали. У меня даже я жив нету. Господи, чё мне так грустно? Чем мне его фигачить-то, а? Ладно, ремка есть, тогда, по идее, вот эту вот хурму можно поставить. Снаряжение... Так, улучшаем. Сейчас, наверное, не хватит, да? Снова книжки просто. До свидания, да? Оп. На максимуме. Повторок нету, берем это добро. Аугментация. Плюс 128 тысяч силы. Ну и давай. Давай что-нибудь ему на жизнь. Недомогание. Вот недомогание выкидывать жалко. Не, ну можем, конечно, ему пока что поставить. Но хотелось бы что-то на жизнь. Хотелось бы что-то на жизнь. Ну, хотя бы там пенек какой-то, знаешь, было бы классно. Да, потому что жизнь ему пригодится. Урона-то ладно. Все равно он там один раз включается, но окей. Надо, чтобы он долетел там. Не знаю, карасика на него ставить. Ослепляющий удар, серьезно, 2020 год. Спектр упал. Да что ты будешь делать-то вообще, а? Дальше. Мастер клинка. Песочные часы, когда атакован, накладывает молчание на всех ближайших вражеских героев и восстанавливает здоровье, равное 560 атак дружественному герою с наименьшим уровнем здоровья. Давай по приколу поставим. Типа молчанку будет накладывать. Но это все равно не то, что мы ищем. Но мы можем как бы это затестить. И потом уже, если что, сюда пенек поставить. Но я думаю, при любом раскладе поставим мы пенек сюда, не поставим. А, что-нибудь на жизнь ему все равно. Это сильно не поможет. Так, ребят, жду вас, да, сегодня на стриме. Точность. Ну давай точность оставляем. Пятерки, короче, оставляем. Жизнь, блин. Жизнь, ёпта.
Ну, хоть, ну, хотя бы выпадет уклон, а. Крит-удар. Слушай, ну давай так, я там что, точность просрал? Ну ладно, пока что так, вообще по-хорошему уклоны надо наролить. Ну посмотрим. А, и давай здесь тогда долбанем. 14, целых 14 карточек. Пятая точность. 152 тысячи силы, дамы и господа. Так, и мне бы ему судьбу прокачать. Судьбу прокачать. И, конечно, хотелось бы его потестить прямо на битве гильдии. Ну-ка, давай. Оп. Кстати, не помню, что у меня вообще там с кулачками. Что у меня по кулачкам? Потому что смотри, как сейчас кулачки уходят, а? Так, открываем. Потом посмотрим вообще, сколько у меня кулачков осталось. Я помню, жаловался, что кулачки некуда девать. Но, походу, настал момент, когда есть куда кулачки девать. Снова с золотом у нас проблема. Хотя 660 мешков, не такие уж и проблемы. Так, повторок нету, давай. Опа! Слушай-ка, да, ему даже в уровень подняли. Окей. Ну и пока что давай все. Пока что все, давай-ка мы ему вот так вот сделаем, вот так, да. Ну и, допустим, мне что-то, наверное, типа равные по силе будут даваться, да? Ну и давай попытаться, блядь, напасть. О, он включился. Мы такие херак, просто, не знаю, всех выпускаем. Да, правда, что тут Фрэнки делает? Не, ну битву гильдии мне станет легче проходить. Давай-ка еще. Давай-ка еще, друзья. Опа. Опа. А, видишь? Тут не получилось. Тут уже без этого. Даже как тут не хватает. Ну, все равно 87%. 8%. Ну, на битве гильдии надо смотреть, друзья. Надо смотреть на битве гильдии. Я думаю, что скоро у нас уже будет 200 тысяч силы. А, так, по поводу дурки я вам уже рассказывал, то, что набор туда закрыт. Остаются, выживают только сильнейшие. А на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Пишите в комментариях, какого героя прокачать. Всех целую и пока.